Всем привет! С вами Рав Бропро, и сегодня мы с вами будем играть в игру кальмара. Давайте начинать. Вот мы куда-то телепортируемся. Так, игра, оставшиеся игроки 0. Ого, какая у меня голова большая. Мне придется быть игроком. Так, пойдем-ка сюда. У меня голова нереально большая. Смотрите, и моя... И я 0-3. Понятно. Добро пожаловать в Squid Game X. Ничего не понятно. У меня такое ощущение, как будто это не тот Squid Game, который раньше был. Ну, который настоящий. Так, пойдем-ка сюда. Оставшиеся игроки 4. Изготовьте стекла. Раф. Он сказать, какое стекло является местом. Чего? Ничего не... О! Может, автомат? Вот мое фото я сделал. И дальше мы никуда не можем пройти. О, сейчас-то можем. Так, подождите меня, парни. О, спасибо. Красный свет, зеленый свет. Нам сюда? Ладно. Понятно. Идем к дверям. Я должен выиграть, ребята. Если я выигрываю, вы должны поставьте лайк. Поставьте лайк, если я выиграю. Я должен выиграть весь Squid Game, потому что я не хочу здесь остаться навсегда и умереть. И у нас таймер 3 минуты. Ох, ребят, это так тяжело. Бежим. О, кто-то умер. Green light. И правда. Red light. О, это было так близко, ребята. Это было... Давайте бежим. Red light. О, вы видели? А таймер-то идет? О, ребята! Мы сейчас, да? Бежим! Да, мы это сделали! Я и эти трое. О, как тяжело! Блин! Было нереально тяжело. О, как мы смогли? Девчонка. Я на ее платье. Фух, это было так тяжело, блин. Что? Так, ребята, представляем победителя. И кто это победитель? Так, у меня одна победа и 52 коина, монет. Так, а кто победитель-то? Не видел я. А, вот победители. Вот здесь они. И вот моя фотка, вот я. Так, идем сюда. Так, что интересно будет следующим, я забыл. Давайте сфотографируемся. А что, не надо? Ладно. Так, что у нас там дальше? Было интересно, я просто забыл. Так, красный свет, зеленый мы прошли. Что дальше у нас здесь? Медовый гребень. Что? Нет, это же очень тяжело. Привет. Я пойду на качели. Тут одни эти.
И где же наши печеньки? Так. Как? Так, двигайте. Он не двигается. А, вот. Это тяжело, оказывается. Надеюсь, это не был я. Хотя ладно, я жив вроде как. Я почти сделал, ребята. Я победил! Фух! Это было так тяжело! Вы видели, я чуть не умер. И вот тот, кто умер. А где он сломал-то? А, он, наверное, не успел. Ну, это было просто жесть, ребята! Нас теперь двое. Что? Как-то нечестно, ребята. Он выбыл. Нет. Ладно, поздравляем победителей. Сумма 69 коинов, а у меня 77 и 2 победы. Давайте, ребята, мы сможем. Мы должны выиграть. Теперь вы перейдите в другой игровой режим. Что? Что же другой режим? О, он 0-1, а я 0-3. Так, да. Этот мы прошли, да? Этот мы прошли. Теперь еще пару, я не помню, сколько там в настоящей игре. Так, перетягивая канаты. Нет, это самое сложное вроде как. Ладно. Я зеленый. И как я должен? Я смогу, 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 смогу. Я просто кликаю нереально. Да, я выиграл. Я выиграл, ребята. Вы скоро будете перемещены в лобби. Видите, он умер там. Вот он лежит. Видите? Вот он. Видите голову? Я выиграл. У меня 102... Две монеты и три победы. Но я технически должен выиграть, потому что я только один здесь остался. Что? Хотя я должен встретить этого главного. Поздравляем победителей! Так, общий приз в монетах увеличился. Стоп! Значит, у меня будут задания, пока я сам не умру. Что? Ну, видите, я еще... The game ended. Игра закончилась, я выиграл, ура! Вы должны подписаться и поставить лайк. Победитель RAV75821-3. У меня общая сумма 251 коин и 4 победы. И вот, ребята, я в лобби. Давайте еще один раз. Ого, сколько там? Тут нереально игроков. Мама мне всегда запрещала играть в Squid Game. Зарегистрирован. Я 0-1. Ладно, давайте другую игру Squid Game. Вот, ребята, другая игра Кальмау Роблокс. Ролевая игра. Это что-то новое. Тут, правда, выглядит как будто... Ого, как я быстро. Элегир экипо. Элегир экипи. Чего? Тут красный свет, зеленый свет. Воу.
Интересно, что там у нас? Охранная комната. Что? Что? Ладно, я... Ого, сколько здесь? Я гард? Чего? Игра кальмара. Роблокс. Ролевая игра. Бета. Ладно, понятно. Что здесь происходит-то? Кто тут все время стреляет, Нинта? Чего? Опасно. А, вот в чем. Ой, нас вдруг KSI. Join us. Тот парень без рук идет. Вот это у него лицо. Бежим. Мы это смогли сделать просто налегке. А, это та девочка, она просто... Она за Сквидварда. Ну, типа, это контрол. Я как раз сюда хотела именно. Хе-хе, бой. Закроем его. Сейчас. Так, я делаю видео. KSI, у него какой-то... А, да. В общем, тут что-то неладное. Идем сюда. Я не понимаю, что тут такое. Так, бежим сюда. Что здесь интересно? Это, наверное, комнаты тех охранников, кто здесь живет. Интересно, что же здесь? Какая музыка? Тут еще. Там еще одна какая-то открытая. И вот здесь что? Вау! Нажми здесь, чтобы экипировать. Экипировал. Странно. Интересно, ребята, что такое? Вау! Стоп! А почему здесь еще одна стена? Там что-то спрятано. Что? Такая еще музычка? Ладно. Я выиграл, поэтому поставьте лайк, подпишитесь. Красная кнопка под низом, она уже не красная, она уже будет серой. И поставьте лайк, чтобы попробовать новый эффект, который YouTube добавил. Всем пока-пока!